Здравствуйте, мои любители мертвого космоса! Мы продолжаем наше приключение на этом горе разбитом... не горем разбитым, а инопланетными чудищами разбитным корабле. Что ты? Ты, малая аптечка, со мной не пойдешь. Потому как у меня... Йоу, уроки танцев. Дверь открывается, а там... Лифт! Тебя-то я и ждал, лифт. Готовы? Что нас ждет сегодня? Наверное, много убийства. Что нас живет сегодня? Кто живет, не живет, я не знаю. Ну, я долго еду, я уже слов не могу придумать. А потому что мы выживем и всех убьем. Хай! Отлично. Оскар, я должен получить за это Оскар. Видишь, что за это получают? Неми. Силовой блок, каблок. О, перезарядка и ба-ба-ба-бам-ба-бам. Берем с собой. Нет, не берем. Эй, вы ящики. А что ты спрятался туда? Какой в тебе прок? Пойди ко мне. Не хочет. Ну и псина с ним, волосатая, грязная. Подбирай, я сказал. Ну ладно. Двери открываются, и мы оказываемся в зоне. В зоне кобзоне. В обычном, нормальном... А, мы пушку пошли, помните, взять? Ну, то есть, пушка номер 26, если мне не изменяет. Давайте селфи! Ну, конечно же, чаще всего мне изменяет только пушка. Сядем и сделаем биф-паф, ой-ой-ой. А, мы, наверное... Привет! Пора тебе познать! Вау! Познать-кобзать! Куда ты ползешь? Не ползи ко мне! Ты фигово тучка-дрючка! О, да! Из двух... Можно стрелять из двух пушек сразу, как вы мне спасибо говорили. О, я перегрел, блин. Я перегрел дырку эту. Давай, как попасть в эти... Кто-нибудь страдает вообще от этого, кроме меня? Я попаду. Ба-ба-ба-бам. Вот так вот. Как бамс? Я могу вообще ее убить или мне нужно только отбиваться... От снарядов и отрядов ее страшности, прикрашенности. Да, похоже, я ничего не могу сделать. О! Ха-ха-ха, одна клешня полетела. Где? Эй! Нет! Я жестко доминируюсь. Да, спасибо, что сказала. То есть я подвержен... Воу! Воу! Похоже, сейчас я буду переигрывать заново. Да, кушай! Сколько еще клешней-то осталось? Да, отсобачил я еще одну клешню. А, ты в меня целишь, да? Ой! Я сейчас. Осталась одна клешня, блешня. Все? Бам-б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 ам. Все? Ты боишься? Нет, ты не боишься. Ты боишься папу Антона? Бам-бам-бам-бам-бам из двух пушек. Все. И теперь тебя, если тебя вообще можно убить, задание выполнено. Оно мертвое. Почему оно умирает всегда? Взрывоустойчивый шлюз связи открыт. Круто. Какие мы молодцы, да? Привет. Но, наверное, уже поздно. Да, надо сбить их нафиг.
сдается мне. Да, там уже всех пожирают вон сзади. Да, 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 мы должны запулять. А, ладно. Ха-ха-ха, нет, не помогло наше геройство. Она сказала, убирайся, но мы почти то же сделали, что она попросила нас. Так хотелось поговорить с кем. Да, привет. Тут все разваливается. Айзек. Да. Айзек, ты там? Ну, конечно, я валяюсь на полу. Что? Загораю. Ты в порядке? Я пытался добраться до тебя. Кто-то посторонний блокировал сигнал моего леса. Столкновение разрушило блокирующий передатчик. Хэммонд, где ты был? Пытался выжить. Я смог немного подлатать тебя. Подлатать? Слушайте, ты портной. Я отменяю эту миссию. Задницу сии. Да ладно! Командную цепочку. Мы должны валить отсюда. Мы этим и занимаемся, между прочим. Кажется, я нашел челнок на пассажирской палубе. Судя по записям, у него отсутствует сингулярный конвертер, но уверен, конечно, найдем один на его борту. Конечно. Я видел, как он застрял кормой в Шиморе. Хертер. Кошмар. Я собираюсь пробраться туда и найти путь внутрь. Встретимся там. Конец связи. Айзек, если он говорит правду о челноке, у нас есть шанс бежать отсюда. Отправляйся в грузовой отсек и помоги ему. В таком состоянии он не справится. Сейчас этим займусь, но сначала селфи! Я рад, что мне не мешают делать селфи. Больше всего я не люблю на этом гребаном корабле, когда мне мешают сделать селфи. Сейчас бы мне найти не тебя, лифт, не тебя, верстак. Я глаза в оба моих глаза, смотрю на вас, смотрю на вас. О, Редорьян. Я так и не потратил еще ничего из этих патрон своих. Я слышу, кто-то чавкает. Ох, 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 привет. А-а-а. А-а-а! А-а-а! Ха-ха-ха-ха! Йо-йо-йо! Тик-ти-зяу! Да я тут был! Это мои дружбаны говорят мне об этом. О, интересно, может тут тоже... Да! Бери! Бери! Ладно. Не бери. Живи, живи. Ну, селфи. Ну, мы только что сделали. Ничего страшного еще не произошло. Думаю, мы не такие уж девочки, писающие в компот. Да? Хотя это мертвый космос. Здесь кто угодно может писать в компот. Куда нам ехать теперь? Куда нам ехать теперь? Куда нам ехать теперь? О, мы можем теперь... Нет. Только на второй этаж. Кто-то сказал му? О, это мой любимый пульт управления. Аму-му-му, му-му-му. Я знаю, у тебя есть для меня маленькие букашки, которые... Папа-осьминог хренов. Стой! Бац, бац. Где еще? Бац. Нет, не надо на меня прыгать, пожалуйста. Я не люблю вас... Вас, вообще вас. Зато здесь есть верстак. На нем работать я мастак. Па-пам, па-па-па-пам. Верстак верстака видит издалека. Как я проходил мимо и не видел этого, а? Силовой узел прямо тут, под носом. Ща мы прокачаем. Что-то мы до конца сейчас прокачаем, я помню. Так, X мы прокачали до конца. Импульсную винтовочку... Что тут можно сделать? Пзыкадрыка, пзыкадрыка. И обойму до конца. Ну чё, мы молодцы. Похоже на холодцы. Я не знаю, зачем надо было прокачивать бы какой-нибудь стазис-модуль или вот этот волшебную руку свою.
Нафиг надо ее прокачивать. Везде хватает, так по миссии длины ее. Так. Нам что, обратно? Что мы сюда приходили, зачем? А, не, мы на лифте приехали. Глупый я, глупый. По-моему, у меня даже... Кто сказал? Привет! Пожалуй, дальше я тебя не буду убивать, потому что из тебя вылазит куча всякой мелкоты. Вероятно, твои родственники. Но я пошел в магазин. О, да, я продал. Теперь у меня есть еще на два силовых блока. Я сбегаю сейчас, прокачаюсь. О, да, я прокачал до конца винтовку ущерб. Теперь я нафиг Спайдермен. Или просто человек с винтовкой прокачанный. А, нет, у тебя внутри в чреве, я знаю. Кто сидит и усами шевелит. А, мы поедем и помчимся на нашем чулке. И мы отправляемся! А, найти и спасти! Завершено! Куда ж мы пойдем сейчас? Опять в какие-то днища. Ну нет, мертв по прибытии. Почему бы нет? Челнок челнока видит издалека, как мы знаем. И прочее. Здесь мы еще не были, значит, здесь есть кого популять! Привет. Рад, что ты дошел. Я тоже. Слушай, я нашел список вооружений Вейлера. Не думаю, что они случайно оказались тут. Они не проводили разведку, не патрулировали. Корабль снарядили для боевой операции против Айза и против Ишимуры. Да. Может, против этих какашек? Айз, я снова потеряла его. Никакого сигнала от Икса Хэммонда. Найди конвертер и сваливай отсюда. Хорошо, свалю сам. Не против вы? С верстак мы с тобой уже пообщались хорошо. Что здесь, коробка? Ничего? Ты меня разочаровала. Не зови меня больше на свидание. Не пойду с тобой, коробка, на свидание. Все. Тан-тан-тан, тан-тан-тан, тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Тан-тан-тан, тан-тан-тан. Магазин. Возле магазина обычно не стреляют. Магазин — это свободное от убийства место. Да, появился защитный костюм 4-го уровня. А у меня денег нету. Я прокачал винтовку зато. Опа. Ничего, возьму тебя, продам ведь всякие хламы. У меня будет костюм 4-го уровня. Я вам обещаю! Ладно, это было весьма экспрессивно. Входим в эту дверь. За ней нас ждет, я думаю, много всего живого и подвижного. Так. Пока никого живого и подвижного нет. Воздушный баллон, но у меня есть такой. Двери открываются. И нас ждет невесомость. Зона невесомость. Да. Айзек, да. Удар сорвал люки одного из орудий Вейлера. Зеленые сферы, которые ты видишь, очень радиоактивно, а шлюз заклинило. Тебе нужно сбросить их в космос, прежде чем попытаешься попасть внутрь. Хорошо. Куда мне их сбрасывать? А, ну подождите, сейчас я прыгну и... Ко мне... Вейлор. Ко мне сразу полетят... Друзья-приятели. Ладно, типа я не достаю оттуда. Хорошо. И... Куда мне их скидывать? Я что-то пока не пойму. Лети. Но я думаю, мы сейчас разберемся. Так, это шлюз. Похожий на флюз. СО2. Ага, значит, где-то нам нужно открывать шлюз. Открыть шлюз. И выкидывать всякую тюшмень.
Туда? Давайте посмотрим. Тревога! Опасный уровень радиации. Аварийные замки включены. Вот! Тревога! Опасный уровень радиации. Аварийные замки включены. А, вот там, наверху, по-моему. Или мы отсюда пришли? Блин, голова кругом ходит от всего этого. Да, вероятно, надо сейчас будет ломать, топтать. Потом... Давайте-ка мы их сначала ближе сюда подтянем все. Шары эти. Да? Эти космические яки. Хорошо, я не могу туда долететь. Но зато он может! Он супер летучий голландец. Фин и папам, барам-пам-пам. Куда-то туда. Ту, лети туда. Что? Где я нахожусь? Опа. И туда его. Где оно? Что произошло? Где я очутился? Где ш... А! Где шары? Да, вот этот шлюз, куда мне надо будет потом зайти, когда я вот эти штуки с радиацией, дрюки сделаю все. Па-па-па, пошлите ломать. Па-па, пошлите ломать. Па-па, пошлите ломать. Так, вы тут все, друзья мои? Да, по-моему, все друзья со мной. Все друзья со мной. И с тобой. Чё волноваться? Здесь целый баллон есть. Надо обходить, да? Ладно, обойдем. Смотрите, застрял парень. Застрял парень. Ну, не будем мешать. Сейчас все начнется, готовы? Да. Зона мана-мана. Зона мана-мана. Радиоактивные материалы удалены. И ты давай. Радиоактивные материалы удалены. What the? Я тебя ждал в начале вечеринки. А не в конце, но тем не менее спасибо, что пришел. И ты? Кто еще? Кто? Где? Кто-то где-то. Ладно. Да МРТ. Дам-бам-бам-бам. Я же говорил, что не буду с тобой гулять больше. Ты слишком противное животное. Радиоактивные материалы удалены. Расскажи мне поподробней. Радиоактивные материалы удалены. Расскажи мне поподробней. Да пошло ты! Тебе руку отстрелить, ногу, рот отстрелить. О, вас несколько, это круто. Я, пожалуй, заглочу воздухом. Ты не против? Где ты, хрень мохнатая? О! Круто! Круто! Ты знаешь кунг-фу! Нет, а я не знаю кунг-фу, я знаю только язык винтовки. Думаю, у нас все получится сейчас, друзья. Нам что осталось там? Одну пирду? Ой, извините, радиоактивные отходы.
выкинуть, и все. А потом суп с котом. Радиоактивные материалы удалены. Все? А, нет, еще один. Ну, конечно, конечно, где? Говорил я, что ты мне не нравишься. Ты слишком недружелюбный. О, нет, я не то взял, блин. Взял какую-то клешню этого космического. Да чтоб тебя! Все. Где мой шар волшебный? Где мой шар волшебный? Воу! Ну вот. Да, притянулся, притянулся. Спасибо тебе большое. Где? Где космос? Где космос? Вот космос. Вот космос. Пока. Радиационная тревога да. Отключена. Замки разблокированы. Давайте еще Так? Кто-то живой? Нет, никого живого нету. Значит, сейчас мы кушаем еще кислорода. А потом идем куда-то вон туда, наверное. Да. Привет, привет. Зона нормального давления. Ты куда побежал? Ищи необходимые детали в двигательном отсеке на корме. Да что ты? Тяжелые повреждения. Возможно, понадобится обходной путь, чтобы туда добраться. Ладно. Но здесь есть селфи! А собирать детальки, как вы понимаете, мы будем в следующем видео. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам понравилось. Если так, поставьте лайк. Пока и увидимся в следующем видео. Несомненно, увидимся.